Благодарим подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня мы поговорим о работе в пятерочке. Но сначала я бы хотела поговорить о людях, которые, в принципе, типа законно спекулируют в продавцах. Все почему? Потому что ноги растут именно из пятерочки. Я работала в пятерочке где-то в конце сентября и в начале октября. Получилось так, что не считая типа дней, когда тебя вот проверяют, да, ты на раскладке стоишь. Если без этих дней считать, то я проработала там 2 недели. Потом у меня поехала крыша от персонала, от персонажа, который был вторым замдиректором пятерочки. Там, я не скажу, что там было супер не круто. Мне нравилось стоять на раскладке. В принципе, нравилось сидеть за кассой. То есть я продавец-кассир. Здравствуйте. Вот. Мне, в принципе, нравилось сидеть за кассой, потому что первое, что там очень интересное было, это юбилейные монетки. Люди приносили свои юбилейные монетки, и можно было обменять монетки, которые в кассе лежат, ну, юбилейные, на обычные. Потому что у них все равно это не проверяется, точнее, монетки, которые... юбилейные монетки, то есть им пофиг, главное, чтобы были монетки, просто такого же номинала. Почему я уволилась? Вот этот сразу вопрос идет после того, как я устроилась, почему я уволилась. Этот вопрос идет сразу после вопроса о том, как я работала в пятёре. Я уволилась, потому что у меня развито чувство, чувство справедливости. Видите, когда вас, не предупредив заранее, оставляют до 11 часов, и домой ты приходишь в 12, и, разумеется, не успеваешь ни поесть, ничего, у тебя гастрит, и на следующий день гастрит тебя хватает вот так вот и скручивает просто до такого состояния, что тебе надо либо сидеть в подсобке, либо идти домой вызывать скорую. За кассой и на раскладке мне нравилось сидеть, потому что на раскладке, допустим, я просто помогаю людям что-либо найти, говорю, в каком что отделе, где что посмотреть, вот. А на кассе было здорово, если не считать пару человек, которые мне грозились убить. Ну, я еще жива. Уже уволена, да. Там были очень милые бабушки, которые... Я не знаю, я прям к ним такой трепет испытываю, к бабушкам, потому что они такие сами по себе. Боже, одуванчики, неважно, чем они занимались в прошлом, важно то, что сейчас они просто бабушки, которые, ну, просто бабушки, которые ходят за едой. Один тип, когда я пробивала продукты, сказал, что убьют меня. Сказал, что убьет, потом он сказал, что он сейчас позвонит в горячую линию и типа меня уволят. Но он не знал, что в этот день я сама увольняюсь. Ха! Выкуси. А сейчас я расскажу вам про персонал, который там был, с которым, в принципе, я подружилась, но была замдиректорша такая рыжая. И мне прям... Вот когда она меня оставляла... А это она меня оставляла, по-моему, 3 дня. Не подряд или подряд. До 11. И я не успевала поесть. Один раз она меня оставляла, потому что у нас касса заглючила. И, типа, мы ее не могли снять. А продавец не может уйти, не сняв кассу. Не сняв кассу и не пересчитав пачки сигарет, короче, у тебя в лоточке, который стоит под столом, за которым ты работаешь. Вот. И не может продавец уйти, ну, самостоятельно, типа, ему дверь не откроют. Ну, один раз у меня вот такое было, потом второй раз меня оставили. Я тоже дорабатывала до 11, потом снимаю кассу, там люди еще есть. Я говорю, снимаю кассу, все, мой рабочий день кончился. Он, по идее, кончится должен был в 10. Вот. И приходить мы должны были к 8.
чтобы убрать кассу, все вот это вот выгрести, пересчитать сигареты, взять еще несколько блоков. Вот. И открывать кассу. Открывали кассу мы, по-моему, где-то, ну, 8:15. И, то есть, ну, у меня такой рабочий день. Я прихожу к 8, получается, там. Ну, в 7 я встаю за полчаса, успеваю все сделать, там, помыться, одеться, причесаться, выскочить на улицу. И за полчаса доходила до этого магазина. Потому что он тоже не был близко к дому. Как моя пятерочка любимая, которая тут стоит рядышком. И я, честно говоря, планировала проработать в пятерочке больше, но после того, как мне сказали о том, что следующее, как это называется-то, не верификация, а учет. Учет продуктов, короче, следующий на тебе. Я такая, понятно, я больше здесь не появлюсь. Рыжая бестия. Она оставляла меня, сказала, что следующий учет мой. Когда весь персонал пятерочки считает, там, сколько каких продуктов, сколько просрочено, сколько... Уже еще чуть-чуть и будут просрочены. Сколько свежих товаров. Это надо все. И это очень долго. В последний день, когда я сказала, что увольняюсь и уволилась, в этой пятерке был учет, вот как раз вот этот вот. И надо было всем остаться на ночь. И как раз этот учет вести. Просто, блин, мне кажется, это супер странно не учитывать законы физики, если у тебя стоит стеллаж. С разными разностями, да, ну, как стеллаж. Коробки просто друг на друге установлены, и ты пытаешься вытащить что-то снизу. Надо было разобрать коробки, а не вот так вот стоять, придерживать и говорить, тащи, тащи, тащи. Все потому, что мы оттуда вытаскивали кошачий корм. А кошачий корм был под зефиром, еще чем-то. И вот это вот. Рыженькая. Она придержит ящики и говорит, тащи. Ну, я потащила. Коробки упали. Ага. Физика. Простейшая физика. Почему так нельзя? Ну, вот, поработать мозгами. Окончание просто моей работы. Меня оставили опять сидеть до 11 часов. У меня случился приступ такой. Маленький приступ ненависти и гнева, который из меня пока не выходил. Вот. И я просто сидела на полу и втыкала в глаза кошки, которая была нарисована на кошачьем корме. Потому что за кассой я уже не могла сидеть, у меня уже спина вся болела, руки болели, голова тоже немножко. Вообще, чтобы работать в пятерочке, мне пришлось потратить 5000. Даже, может, чуть больше, на то, чтобы сделать себе очки и, типа, поменять обувь. Там, оказывается, тоже непростая обувь нужна. Там нужны кроссовки. А кроссовок у меня нет. И, кстати, мне до сих пор не хочется идти в ту пятерку. Даже просто элементарно за продуктами, хоть она и больше, она гораздо больше, чем какая-нибудь наша пятерочка. Вот. И я просто не хочу сейчас натыкаться на тех людей, с которыми я работала, там, видеть какого-то продавца за второй кассой, а кассирша. Еще в этой пятерочке я работала без медкнижки. А как это понимать, если ты работник, который который контактирует с едой и передает ее другим людям? То есть. У меня могла быть какая-нибудь, не знаю, чесотка, например, или шай, или еще что-нибудь, что могло, в принципе, передаться через продукты. Но почти месяц работаешь, и медкнижки у тебя нет. Зато у меня есть трудовая книжка теперь. Я могу официально куда-то устроиться. Потому что неофициально я уже устроена. Устроена. Вот. И давайте перейдем к теме, от которой мне просто горит. Внизу в описании я оставлю ссылку, договорю там
то, о чем я договорила, мне просто горит, если так можно выразиться. Потому что зарплата за мои трудовые дни, которая была, она была равна 7650, по-моему, 9 рублям. И это при том, что из меня еще не вышли штрафы. Я там косарь вымыла, сказала, передадите за штрафы. Не нужны мне ваши грязные деньги. А штраф там можно словить, ну, фактически в любой момент. А теперь я вам скажу прикол. Знаете, откуда вычитают продукты просроченные? Откуда вычитают просроченные продукты и непросроченные, которые тоже идут по этой акции? Это все вычитают из продавцов. Им говорят просто, вот, еще раз будет возвращенка или просрочка. Если это еще раз будет, мы будем убирать у тебя вот из зарплаты стоимость. А я хотя бы там не обсчитывалась, по крайней мере, в конце. Вот в первый раз, да, было очень дико стрёмно стоять за кассой, ты контактируешь с деньгами, но деньги надо еще разложить, надо все это делать быстро, чтобы там клиенты не начали бучу поднимать, чтобы тебя еще не проклинали, да. Мне дико горит, потому что такие люди приходят, они реально, они ищут просрочку. А тот, кто ходит и раскладывает продукты, он мог либо тупо не заметить, либо еще не дойти до этой просрочки, чтобы ее изъять и выкинуть, собственно говоря. То что? Уничтожить. Если ты несколько раз вот так вот попадешь, и ты продавец-кассир, будешь немножко невнимательным, потому что там срок годности какой, смотреть, не каждый может. И ты все, ты в долгах, потом ты уволен. Еще, как я поняла, меня там не любили за то, что у всех либо дети, кредиты, ипотека. И я такая, я работаю у вас, потому что мне скучно. Но, в принципе, мне понравилось, окей. Так что, если вы просрочку, ну, специально так делаете, вы одного человека, который растит детей, там, может, в положении, или в чем-то еще, вообще, может, в безвыходной ситуации. Просто вы забираете у него какую-то сумму денег. И вам как бы от этого здорово или нет? Потому что если так постоянно делать, в магазинах, конечно, не останется просрочки, но, скорее всего, цены будут в два раза больше. Вот поэтому, ребята, я думаю, что давайте будем благоразумными, сочувствующими людьми, а самое главное, честными. И не будем так делать. Если есть просрочка, вы просто скажите там продавцу или консультанту, который ходит, расфасовывает еду, то есть тот, кто работает на раскладке. Вы можете сказать ему, что вот тут вот у вас просрочка, тут вот сегодняшняя дата. Вы должны это убрать. Тогда всем будет хорошо. Никто вас обсчитывать не будет, никого вы не обсчитаете. Наверное, это все, что я могу сказать. Хотя, вот вам небольшой бонус, если вы досмотрели до этой части. Я надеюсь, вы досмотрели, потому что, надежда умирает после. Приходило что-то типа ревизора, это какая-то стрёмная бабень, которая на всех орала, которая крыла матом директора, который стоял в магазине, причем не в подсобке, да, а вот именно в магазине, где ходят люди. И вот эта женщина, буду звать ее черноволосая, наверное, потому что я не знаю, как точно называется то, чем она была там. Ревизор, наверное, скорее всего. Пришла посмотреть, как франшиза продвигается. От ревизора уже как раз выпало на тот момент, когда у меня должен быть, ну, типа, время обеда. А я еще ходила курить. Но я, значит, выхожу из туалета, прошу выдать мне сигареты, потому что у меня осталось, по-моему, 2 или 3 пачки в этом лоточке, из которого мы сигареты, собственно говоря, достаем и покупателям пробиваем. Вот, мне дали 7 пачек. 7 пачек, я это запомнила просто. Я все вот уложила в этот точек. Но до этого на меня
эта ревизорша орала просто дико. Она такая... орала она, потому что я с сигаретами пошла, она такая, ну-ка, стой. Заранее что ли нельзя было это сделать? Но у меня заранее, кстати, был почти блок сигарет, и мне пришлось его выменивать, потому что женщина хотела тоже блок сигарет, но там в блоке не хватало где-то одной или двух штук. И она так просто взяла вот и все. Что я могу сделать с теми клиентами, которые берут по блокам пачки сигарет, и если это не в один день, это то, слава богу, да? Вот. Ну, опустим там некоторые вещи. Меня повеселил очень один момент, вот это, когда она кричала такая, ты сразу после школы устроилась сюда? Такая, нет, у меня два института за плечами. Вот. И она такая, какой экономический, там какой-то такой, еще какой-то. И я такая, нет. Она такая, кто, блин, ты? Я художник. И она сказала, что типа, мы тебя уволим, ты такой, я говорю, да я сама увольняюсь, потому что это все было в последний день. И она такая, я рада, что у нас не будет таких продавцов в нашем коллективе. Что за коллектив, где рамки времени действуют только с утра, то есть если ты опоздаешь на 5 минут, тебя тоже могут штрафануть. То есть, блин, получается, что если ты утром приходишь раньше, а уходишь позже, то тебя за это не доплачивают, вообще не доплачивают. Если ты с утра припозднился, тебя штрафуют, но если ты до 11 просидишь, тебя не оштрафуют, потому что, ха, это как бы самоотдача ваша самоотдача нашему коллективу, нашему магазину. Нахрен она нужна, если вы из нее не платите? Плюс еще ко всему бывают ошибки иногда клиента, иногда продавца. Потому что клиент мог взять не ту капусту, там, или взять хлеб, а не тот, или слишком дорогой. Иногда так бывает. Так бывает, что приходится звать замдиректора и делать возврат. Либо продавец может немножко ошибиться из-за луча вот этого вот, который пробивает как раз продукты через сканер, пока несет вот так вот. Может пробиться два раза. И придется либо вторую пачку выдавать, да, ну, пачку, банку, тры-пры, неважно. Либо ждать замдиректора, у которого есть ключ, чтобы он скинул одну позицию. И знаете, в час пик, когда там много народу, вот это вот вообще не круто. Я была готова все бросить и уйти, или всех убить. Ну, скорее второе, чем первое. Потому что покупатели иногда такие всклочные попадаются, что прям, ну, тихий ужас. А некоторые, кстати, не забирают сдачу. Знаете, что с этой сдачей бывает? Короче, монетки, когда вы монетками выдаете, там 10 копеек. Когда вам выдают монетками 10-копеечными, эти все монетки, они выбрасываются, просто тупо выбрасываются. И после того, как учли, сколько в кассе, считаем, да, сколько в кассе у нас продуктов, денег. Если кто-то не забирал свою сдачу, но платил не монетками, а рублями, то переработка денежная, да, она, я не знаю, куда она отправляется, мне кажется, она отправляется в карман к директору. Вот и все. Знаете что, я думаю, я на этом закончу видео. Если вам было хоть как-то интересно его смотреть, ставьте лайки. Если нет, дизлайки, вы можете написать в комментариях, пошли бы вы на такую работу или нет. Мне вот как раз-таки интересно. Смотрите, в пятерочке. Вот, что там написано? 25 тысяч в месяц, да? Угу. 7 тысяч за 2 недели. Но оно не выйдет. Не выйдет 25 тысяч. Мне говорили, когда я там разговаривала с теми, кто тоже работал там, приходили туда потом за покупками. Мне говорили, что на такую зарплату, да, вот в 20-25 тысяч, ты выйдешь только, если будешь год впахивать. Год впахивать. Понимаете, год всегда, все время, что типа ты берешь на себя переработку, тры-пыры и все дела. И получается, что за месяц примерно где-то 14 тысяч.
потому что вычитают НДС, налог и страховой взнос вот этот в 3000. И все. И ты такой, а, я же хотел 25 тысяч, а тебе дали всего 14. Мне вообще 7 дали, я 2 недели проходила. Вот, и потом просто была такая свобода, такое счастье, что я наконец больше там не работаю, потому что по первости обязательно болит спина. Обязательно. Ты либо стоишь, либо сидишь, но у тебя вот как-то одинаково все это проходит, потому что и так спина заболит, и я так спина заболит, а сидеть тебе еще 8 часов работать. Вот, ладно. Давайте я тогда с вами уже попрощаюсь. Если вам понравилось это видео, вы можете поставить лайк, если нет, дизлайк. Точнее, если оно будет полезно вам, вы можете тоже поставить лайк. Также вы можете оставить комментарий, смогли бы вы работать в пятерочке и был ли у вас уже в этом опыт. Ну и разумеется, если опыта не было, чего бы вы еще хотели об этом узнать? Как только наберется где-нибудь комментариев 15 под этим видео, я выберу вопросы, выберу то, что вам больше интересно, устрою голосование, что вам более интересно. И как только там наберется 15 вопросов, я буду снимать новое видео, в котором будут рассказываться те нюансы, которые я не смогла рассказать в этом. Так что пишем, не стесняемся. И всем удачи, и всем пока.